Добрый день! В этом образце тема пойдет про вскрытие венецианской штукатурки лаком и последующем его шлифовке с полировкой. Подготавливаем нашу поверхность, вскрываю акриловой фасадной краской, колирую акриловую венецианскую штукатурку в серый и прохожу первый слой. Прохожу техникой хаус, сухого на сырое. После высыхания еще подполирую кельмы. Второй слой венецианки подколировал немножко бежевым и прохожу практически ноздир. Также техникой хаус сухого на сырое. Также после высыхания подполирую кельмы. Лак беру акриловый полуматовый. Наносить буду поролоновым валиком в два слоя. Высыхание между слоями примерно 1 час. Валиком в конце прокатываю, слегка касаясь. Такой результат получился до полировки. Приступаю к шлифовке. Первый абразив будет 800, потом 1500 и заключительный 2000. В конце дополирую поролоновой насадкой, фортуной на минимальных оборотах. Глянец получился не хуже воска, подходит для влажных помещений. Также можно использовать двухкомпонентный лак полиуретановый.